Гол! Кстати, а вы не задумывались, как знаменитые футболисты достигают своих высот? Наверняка они усердно тренируются с самого детства. Анна Будник отправилась на разведку в один из столичных клубов и присоединилась к занятию с малышами. Порой детские тренировки почти не отличаются от взрослых. Мы находимся на поле боя маленьких спортсменов. Сейчас узнаем, каково это быть юным футболистом. Эти ребята – младшие спортсмены столичного клуба «Минск». Им по 5-6 лет. Но целеустремленности и усердия в них хоть отбавляй. Толкаться, задраться, биться. Только слушать тренера. Мне очень нравится заниматься футболом. Там интересно, можно получать награды. Потом покупать, что хочешь. Потому что там можно тренироваться, играть. Я хочу достичь кубков, познакомиться с знаменитыми звездами мирового футбола. Юные спортсмены занимаются в клубе 3 раза в неделю. По словам тренера, на первом этапе они проходят через метод рассказа и показа. Детей обучают простейшим приемам – обводке и передаче мяча. Также в ребятах развивают скорость и ловкость. Когда мальчики подрастут, упражнения станут сложнее. Мы выращиваем лимоны, а соки выжимают уже в командах мастеров. Вот мы набираем и до 18 лет работаем с этими детьми. А потом, по мере взросления, дети уже попадают кто в дублирующий состав, кто в главную команду и так далее, в зависимости от подготовленности каждого мальчишки. Сейчас в футбольном клубе тренируются 27 детей 5-6 лет. Они разделены на 2 группы по 13-14 человек. Всего в ФК «Минск» около 1000 ребят до 18 лет. Все возрастные группы занимаются по своей программе. Кстати, эти мальчишки отрабатывают свои навыки уже на новом 17-м футбольном стадионе клуба, который открылся совсем недавно на улице Маяковского. Его вместимость – 3000 человек. Здесь будут заниматься ребята, живущие в ближайших районах. Будет распределена нагрузка между теми полями, что есть на базе в микрорайоне Веснянка, там 16 полей, и часть будет заниматься тут. Естественно, будут малыши заниматься с ближайших районов, которые в микрорайонах тут находятся. Ну и также футбольные команды высшей лиги, дублирующий состав, женская команда нашего клуба, другие команды, которые участвуют в республиканских соревнованиях. Если вы хотите присоединиться к юным спортсменам, для начала пройдите медицинскую комиссию. А информацию о наборе в команду можно найти на официальном сайте клуба. Что ж, желаем этим маленьким футболистам удачи во всех начинаниях. Верьте в себя и ничего не бойтесь. Твой футбол, твой клуб.